меня три. Все, все три. А, три удара за 50. Это не кисло. Раймис, пошли в буфет. У нас дача есть. Ой. Да, так оно. Вот так оно. И вот так оно. Отлично. Итак, видно. Еще видно. Желающие? Я вам скажу, видно. Над ним издевались в детстве. Нещадно били. Итак, ромашкой показывай. Ну что, начинаем так, второй. Подожди, литовцы подходят. Значит, деньги появились. Не, начинай торговаться. Естественно. 5 евро даешь. И начинаем. За что? За то, что ты можешь ударить в машину три раза. Дай 10 ударим. Нет, мы. Просто он сказал, литовцы никогда не отступают. Ты да. Не должен подвести свой народ. Жальгири, вспомни, так накостыляли. Но 5 евро даешь, да? И я начну торговаться. 5 евро зельтовец дает. Кто дает больше? А? Шаг. 4, иди домой, 4. 5, 5, там 4, это всего 9 получается. Нет, он очканул. Итак, кто? Что? 5 евро один раз. Кто дает больше? Ну? Я думаю, 5 евро это не серьезно. 6 евро. Нет, шаг 2 евро. 7 нет, евро. 7 евро один раз. Если евро будет поднимать до 10. Нет, а 10 сколько? Здесь. Молодцы, нет. Литовцы не сдаются. Ребята, да. Сделаем литовцам. Сколько там у нас? Сколько? 15 евро. Ну что, литовец? Может, деньги нужны? 15 евро один раз. Литовец уже сдался. Мы видим 17 евро. Наташа, что? Сколько? Надо давать 17. 17 евро, 17 потому евро. Что на халяву Джек Дэниелс уже был. Понятно, ага. Отрабатывать-то надо. 17 евро да один раз. Что мы видим 19. Вы что, позволите, чтобы вас левый угол получить на счет 19 евро? Выдумаем. Мы уже придумали. Сколько? 19 евро, правильно. Сколько? 19 евро у нас есть. 19. Нет, 21. 21. 21. 21. 21. Вы даете 23. Вам надо дать 23. Это всего 23, черт возьми, против того 21. А вы что, хотите, чтобы вас баба поимела? Да. Сколько? 23. 23. Есть. А ты что? 5. 22. 5 даем 27. Слушай, у тебя бокс-клуб, ты не даем, можешь позволить даем, я знаю, мужики, вы даете, да, 27? Эл, вас баба сделала, слышишь? Пошли вон с полем. Немножечко, подожди, они думают. Сколько? Даете? Есть 27? Есть 27? Эл, у тебя бокс-клуб, ты не можешь проиграть каким-то слабам. 30. 29. Стоп, стой. 29. Она сказала 30. Шаг 2 евро, значит 31. Да, 31 тогда. Все, 31. 2 евро. 29. Вы сказали 30, значит, либо 29, либо 31. Нет. Хорошо, 29. Подожди. Мужики. Ты хочешь идти вниз уже, нет? Ты хочешь идти вниз? Ты только вверх. Сделай их, сделай. Что ты? Они сделают. Сначала 29. Ладно, на 20. А 29 сколько вы даете? Согласны. А. Проиграли. Проиграли. В смысле, идите знакомиться? Или как? Эл, гоните их с шею. Да. Они проиграли женщине. Один уже ретировался. Наташа, три удара, и ты наша. Да. Перчаточки. Вот какая, не? На халяву Джек Дэниелс. И тут взял и сделал у мужиков, не? Всех так, прилюдно, а? Ну так с Джек Дэниелсом сделаешь кого угодно. Я так думаю, у нее бокс-клуб, она директор в бокс-клубе. Ты представляешь, это кого хочешь накажет. Это не кондитер. И эта женщина ездит на мотоцикле Харли Дэвидсон. Наташа, Наташа, ты же ездишь на мотоцикле, правильно? А то видел, да. Мужики, учитесь. Вот это тачка. Хорошо. Наташа, подожди, Наташа. Подожди, я тебе покажу, куда бить. Видишь, люстра сверху, вон туда лупи. И давай ему сейчас, вот! Наташа, не затягивай! Чтоб только тапки на крыше остались! Иди, иди с той стороны! Уже половина мужиков хотят секса с ней! Даем всем? Ну давай!
вот так. Давай, вот. Иди. Иди вот так. Кто хочет? Кто хочет бесплатно? Бесплатно. Павел, ты. Давай, Павел, ты. Давай, бесплатно. Подтягивайтесь. Бери эту. Давай, давай ему. Ему нельзя. Он в алкогольном опьянении. Сколько 8-8? Мартинес. Плохо. Держи. Бус-бус-бус, висим воздушняк. Это гула кисал. Арбаки не уснусавля, арбачка ты. Внимание тех, кто бьете. Лучше всего, если вы в каких-нибудь очках. Пока и стекла на месте. Что? Сделали. Вы что, алло, вы что, устали? Посерьезней, посерьезней, ребята. Работаем, работаем. Тут мы явно наблюдаем всеобщую любовь к самобилизации, товарищи. Работаем, работаем, работаем. Это же Мерседес. Насколько помню, в прошлом году автомобилю даже руль вручную оторвали. Так мы прощаемся с Латом и приветствуем Евро. Да, это не зря. Обратите внимание, если еще возможно, половина автомобиля в Евро, половина в Латах. Люди, а сейчас мы видим, кто извращенец, кто нет. Кого в детстве били? Это видно сразу. Кого в детстве унижали? Мартинес, а самое главное, бьешь машину, а криминала никакого. Совершенно верно. И толпа довольна, и ты в кайфе. Только у нас такое может быть. Не советуем повторять этот трюк в общественных стоянках и с автотранспортной техникой родных и близких. Итак, седан потихоньку превращается в седан, седан превращается в белую какашку, в автомобиль открытого типа. Это походу на крыше танцор диско, смотри, Мартинес, да, танцор диско на крыше, эй, гали-гали, эй, урожай. Следующий. Это уже другая тема была. Чими, 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 яма, яма, яма. Сколько злости у людей. Каждый хочет прийти. Зубами салон грызите. Что вы там ждете? Зубами. Опа. Второй. Выход. Выход дракона. Да. Бьет хвостом. Дракон хороший, но очень легкий. Легко. Есть чем. Да. Сейчас пусть они. Коля, как пусть говорится, они развращаются еще. Им еще прет. Изничтожь авто ближнего своего, ибо дальний приблизится, изничтожь и твое авто. Скажи, Равис, приятное действие, да? А сейчас, граждане, пожалуйста, все, кто били, пожалуйста, к полицейской машине заявление. Да. Тут уже за вами приехали, фото уже всех сделали, так что милости просим в участок. 15 суток обеспечено. Да. Все чуть-чуть ушли, сейчас будет весело. Весело уже было. Что?
Пришла женщина и волнуется, что вы делаете, сволочи? Это была моя машина. Ира, ты, я в ней замуж выходил. У меня воспоминания. Не, реально она нервничает. Сильно при том. Это, скорее всего, дверь. Автодестроефобия. Что-то где-то так. А после этого спокойного события у нас в программе бокс-турнир. Валим. Все, валим отсюда. Да, тут уже неинтересно. Что валим назад. Было разбить уже разбили. Мы свое дело сделали. Девушка застрелилась. Села в туалете, дула в рот и нагатался. Да. Штирлиц склонился над трупом, прошитым автоматной очередью. Кое зверское самоубийство.